Привет всем! Мы приехали в лес. Сегодня тепло, 20 градусов. И мы набираем сок. Капает сок. Тепло, сухо. Раньше здесь всегда было затоплено болото, нынче все сухо. Сухо. Идем на речку. Сейчас покажу речку. Как в лесу хорошо, птички поют. Тишина. Вот такие у нас дамбы. Насыпали такие большие дамбы, чтобы, когда речка разливается, чтобы не было затоплено наше село. Вот такая дамба, насыпь. Поднимаемся. Камера, конечно, болтается. Вот такая дамба. По ней даже могут машины ездить. И она идет по всему берегу. А вот там, за этим лесочком небольшим, уже речка. Вот телевышка. Цветет ива. Но это маленький кустик. С нее пчелки мед. Сейчас собирают, ну не сейчас, а днем. Днем собирали. Там он ивняк весь, ивняк, ивняк. Трава сухая. Нынче сухо везде. А вот речка. На той стороне вон какая ива цветет большая. Птички. Птички поют. И рыба ловится. Сетями. Ну, там кто-то ловит, да? Плывет мусор какой-то вон по речке. И где-то даже, по-моему, лягушки вон там квакают. Угу.
Ну, а так речка мелкая. Нынче это не широкая. Не широкая. Это... Раньше она доходила вот до той дамбы. До той дамбы. Уточка. Ну, где я ее поймаю? Крякает где-то уточка. Закат. Еще раз речку покажу. Поедем. Поедем домой. Вот такая у нас природа. Пока еще не распустились листья. Первые вылезли недумки. Вот такие. Они, может, в лесу есть еще где-нибудь здесь. Первый раз увидели. Едем на мост. Сейчас покажем мост. Вот такой мост. Для нашей сельской местности это, кажется, большой мост. Раньше был вообще маленький мостик. Вот как речка текет. Разлилась. Тихо птички поют. И там. Вот она вышка. Новая. Поставили 3 года назад эту вышку. А вот еще одна вышка. Они близко расположены. Ну вот, сняла природу.